Всем здравствуйте! Маленькая дочь Анастасии Заворотнюк продолжает подвергаться нападкам в публичном пространстве. А все дело в глиобластоме ее матери. К сожалению, Заворотнюк повторила историю Жанны Фриске. Она родила ребенка, а беременность стимулировала развитие онкологии. Сейчас многие винят в болезни Заворотнюк ее супруга. Якобы Петр Чернышов хотел ребенка, а его супруга была в том возрасте, когда уже лучше не планировать детей. Якобы, если бы Мила не родилась, Заворотнюк продолжила бы жить обычной жизнью, не скрываясь от общественности. Отметим, что трехлетнюю Милу не показывают в социальных сетях вот уже несколько лет. Сама Анна Заворотнюк не скрывает, что мать не разрешает ей публиковать фото младшей сестры. Хейтеры полагают, что это может быть связано с особенностями внешности девочки. Вероятно, они не видели ранние фото Милы, по которым ясно, что она вырастет красавицей, как и старшая дочь знаменитости. Отметим, что Анастасию Заворотнюк заметили в недавно вышедшем на экраны сериале «Каспий-24». Источник сообщает, что многие поклонники актрисы были удивлены ее появлением на экране, поскольку звезда в настоящий момент борется с онкологией. Как выяснилось, картину сняли за 2 года до выявленного заболевания у актрисы. Напомним, что Анастасия не выходит на связь с 2019 года. Родные и близкие Заворотнюк по-прежнему не дают никаких комментариев. Будем надеяться, что в скором времени семья Заворотнюк даст комментарии относительно состояния здоровья знаменитости. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!